Astăzi, echipa TV Prim dă start unei campanii în care vom încerca să descoperim oamenii din preajma noastră care, pe lângă faptul că își fac meseria, mai au și pasiuni. Creează adevărate opere de artă, vrăjind cu mâinile iscusite asupra obiectelor pe care le confecționează. Una din aceste persoane este Galina Macarciuc, învățătoare la clasele primare, cu un staj de muncă de peste 50 de ani. În Glodeni a venit la muncă prin anii 70 și s-a îndrăgostit de oraș și de oamenii de aici, dar și de munca pe care o face cu multă dragoste. У моей так называемой галереи я показала творчество свое за 2-3 последних года. Тут разные темы: и пейзажи, и букеты, и натюрморты, и картина моей мечты. Galina Macarciuc, învățătoare de o viață, în ultimii ani a găsit o pasiune care îi oferă multă satisfacție. Vorbim despre broderia cu panglici. S-a îndrăgostit de acest meșteșug și a început să caute informație. Я человек творческий по натуре. Я неплохо рисую и свои эти умения применяла в своей работе. А вот лет 7-8 назад увидев в интернете, так скажем, увидев в интернете чудесные работы мастериц, я решила сама заняться. Но я сначала вышивала с чистого листа, то есть сама придумывала сюжеты. Но это было очень нелегко, лент не было нигде купить и так далее. А потом я взялась за это дело всерьез. Это мой досуг, это моя любовь, это мое времяпрепровождение, это мое хобби, так скажем, это мой маленький доход. Не тяжело, просто нужно быть очень наблюдательным, видеть в природе, как выглядит цветок, как выглядит пейзаж, ну и плюс творческое начало должно быть обязательно. Are toți pereții decorați cu tablouri minunate, cusute cu multă migală și atenție. Tehnica de broderie cu panglici colorate este netradițională, iar procesul de creație este unul destul de migălos, dar și ușor de realizat. Da, я недавно изучила технику, тоже есть видеоролики в интернете. Вот, и вот. Это по-другому, это другой метод. Другая техника. Мне нравится все, но бывает так, что вот сегодня вот я перебираю свои принты, у меня их очень много, между прочим, перебираю принты и вот выбираю. Вот сегодня у меня душа лежит вышить букет, например, или не хочется вышить пейзаж какой-то, и я выбираю. Ну вот тематика у меня очень разная. Вот, например, это принт по картине художника Синкарик, называется фамилия его Синкарик. Мне очень нравится. Я выписываю принты за рубежом, так скажем, выбираю и по своему вкусу, да. И мне присылают. Нет, у нас в Молдове не делают принты. Нет. Вот. Формат картинок очень разный. Вот, например, картинка вышивка гладью. Я вышиваю еще и гладью. Вот. Вот формат такой. Поменьше, да. Вот. Так что у меня принты есть на все случаи жизни. Ne-a spus că panglicile pot decora orice și pot transforma orice haină în adevărate opere de artă. A ales să coase tablouri, ba mai mult a participat și la expoziții republicane, iar lucrările ei au fost premiate. Участвовала во многих выставках. Позапрошлом году меня пригласили на выставку Lavender Fest. Я со своей работой с чистого листа, потому что работы вышивка по принту не принималась. Я вышила работу по принту лавандовый полдень, то есть тематическую такую работу. И была комиссия, были голосования присутствующих, гостей, и я заняла
третье место. Таблоурили ей унике дао нота де оригиналитате и рафинамент медиулуй де акаса. Toate lucrările Galinii Макарчук vor fi expuse în cadrul expoziției Codul orașului. Уважаемые жители города, я вас приглашаю посетить выставку творческих работ, которая состоится 19 августа в Доме культуры. Эта выставка называется «Код города».